Так, ну что, пятый день, суббота. Решили сегодня немного поработать. Хочу завершить вот эту складку. Ребята разбирают. Дальше потолок. О! Супер утепление. Фу, шайтан! А что это вы тут делаете? Камышика. Твою за ногу, блин! Фу! Надо было себя, а так вот. У меня аж судорожно, блядь, сжалось все. Как селфи делать надо было и... Блин, я смотрю, у меня, блин, это, земля из-под ног уходит. Так, что я чудю? Наконец-то перемычечку сделал. Сейчас армирую последний ряд. И на этом у нас с газиком все. Верняк. Нам надо сегодня обязательно вот этот дрючок, блин, отпилить. Верно? Мы можем ее и сейчас удалить. Она вам реально мешает. Жарко, искра. Ой-ой-ой. Так в эту сторону пилить. Потому что если туда на камышек, это все жесть. Займись, пока я это делаю. У меня своя работа, вот. Ну вот тогда. Тогда иди. Иди. В умпу, да. Да, камыша. Прилично, прилично. По сравнению со вчера, да? Вчера вообще пыль столбом стоял. Короче, круглячок мы спилили. А ну, так ты шо? Еще и балочки лежа положили. Да. Ну все, сейчас поубираете, и там меньше будет грязи. Скажи. Ай, молодец. Ай, Витя, молодец. Заметает чердак. Чуешь, а если мы вдвоем встанем на одну балочку? То тут и так больше было веса, да? Не очкуешь, не? Че, я сразу отпрыгну. Что там лететь, да? Там нормально, там провода же еще висят, страховка. Провода. Ну да. Тебя, может, провод и удержит. У тебя же вес бараний, скажи, сколько? А я не знаю, сколько баран весит? 40 в основном. Не, я кабан тогда с бараном. О, кабан. Кабану я. Да не танцуй. Там мы по ней уже бегали 100 раз. А хотя вообще я снимаю, давай. Попрыгай. Такое люди, люди такое шоу любят смотреть. Когда какой-нибудь... Чего? Когда какой-нибудь дурачок разбивается. Вот эту мне балку сними сейчас. Сейчас. Я должен по какой-нибудь фигне ходить потом. А здесь идет все-таки вот доска. И они к этой доске... Ну, блин, Маурла тоже. Это что-то. Это что-то. Так, вот и закончилась наша трудовая неделя. Во вторник мы не работали, были на другом объекте. Монтировали композит на магазине. А тут вот полностью демонтировали потолочек. Все разбомбили. Мне приходилось ребятам помогать шифер снимать.
мусор убирать. В общем, я не постоянно кладкой занимался. То есть периодически помогал пацанам. Тихо, не шуми. А ну видок сверху сделаю. Вид сверху. Тут, блин, и по стене этой стрёмно ходить. Здесь глины тоже. Печечка моя. Печурочка. Дымоход стрёмный. Ничего, поштукатурится. Будет нормально. Так, ну что, едем домой.